Дорогие друзья, уважаемые гости, студенты, сотрудники, преподаватели. 26 февраля исполнился 85 лет с момента подписания Сергея указа о создании Украины. И этим начался год празднования юбилеем министерства. Это не называет 85 лет. Юбилеем 50-75 студентов. Юбилей открываем год празднования 85-летия Военмеха. Хотя указ о создании Военмеха был подписан 26 февраля, реальная работа в ВУЗе началась с сентября месяца, и так устоявшиеся многие десятилетия традиции. На этот год празднования начинаем отмечать весной. Летом делаем небольшой перерыв, потом в сентябре-октябре проводим различные конференции. Завершающая фаза юбилея всегда совпадает с днем ракетных войск и артиллерии 12 июня. Поэтому в рамках нашего юбилея мы проводим различного рода конференции студенческие, научные, образовательные, политические, воспитательные, военно-патриотические конференции и встречи с замечательными людьми, которые работают в разных сферах. Как правило, это наши Военмеха, это друзья Военмеха, это политические деятели, руководители предприятий, известные ученые. И вообще мы считаем, что вот этот год празднования юбилея Военмеха, кроме того, что мы заявляем, мы собираем наших выпускников, тоже принести конкретную реальную пользу учебному процессу. Безусловно, это и научно-технические конференции, и образование, которому мы уделяем достаточно много внимания, ну и военно-патриотическая и воспитательная работа, из которой формирование патриота, руководителя, лидера невозможно. В связи с этим вот эти встречи дают возможность узнать что-то новое, задать какие-то вопросы. Как старый механик, он говорил, что систему, чтобы вывести из кризиса механическую систему, надо увеличить число степеней свободы. Тогда система имеет шанс выйти из кризиса. Поэтому для того, чтобы вам развиться, надо тоже увеличить число степеней свободы, то есть узнать больше информации, большими проблемами заниматься, большими проблемами деятельности. Ну вот у нас была встреча несколько дней назад с Борисом Чендиевским депутатом Госдумы. Сегодня у нас тоже достаточно приятные гости, которые Пантелеев Сергей Михайлович, депутат Государственной Думы, комитет по экономической политике, промышленности и инновационному развитию и предприятия. Безусловно, экономика и промышленность, это то, чем мы занимаемся, поэтому с удовольствием выступить с кратким сообщением. Ответим на ваши вопросы. Роман Сергеевич Выходец, помощник депутата, доцент факультета международных отношений, выпускник вашего замечательного. Выходец Роман Сергеевич, помощник депутата, доцент факультета международных отношений, выпускник войны. Чигаев Николай Юрьевич, директор по персоналу, связан с общественностью Кировского завода. Масликов Сергей Александрович, представитель Совета работающих при Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями правительства Петербурга, выпускник Военмеха. Кафедра М2. Кафедра технологии построения и Значит, формат встречи это примерно час.